частый объект критических публикаций в белорусских СМИ, снова в центре внимания. Но на сей раз повод приятный. Памятник белорусской архитектуры, неповторимую усыпальницу знаменитого рода Жешка в деревне Закозель Драгичинского района, не только успели спасти от окончательного разрушения, но и решили превратить в будущем в полноценный туристический объект. 2020 год у нас стал очень удачным. В этом году нам улыбнулась удача, в первую очередь, это то, что выделили средства из фонда президента по поддержке культуры и искусства в размере 348,5 тысяч белорусских рублей. А также выделил средства районный бюджет в размере 200 тысяч белорусских рублей. И вот этой суммы оказалось достаточно для того, чтобы в нынешнем 2020 году провести работы на самом опасном участке этого объекта. Это реставрация и восстановление свода крыши, а также самой непосредственно конструкции крыши. Вот так усыпальница выглядела 2 года назад. Плачевное положение шедевра белорусской архитектуры было очевидно. В том же году памятником, который срочно нужно было спасать, заинтересовалась прокуратура. В результате было выделено 50 тысяч рублей средств республиканского субботника на первоочередные противоаварийные работы. Основная реставрация началась, наверное, в октябре-ноябре 2019 года, когда проводились противоаварийные работы, а уже с июля 2020 года по финансированию местного и бюджета фонда президента начались работы по реставрации первой очереди объекта, по воссозданию новой стропильной системы, по реставрации кирпичной кладки стен, фронтонов и башен пинакль. Значительный объем работ по восстановлению стропильной системы, шпиля и чугунных элементов усыпальницы уже выполнены. Завершить их планируют уже до конца этого года. Основная сложность на объекте – это, наверное, повторить первозданный вид этой стропильной системы. Все-таки на такой маленькой крыше, это 20 плоскостей крыши, что, конечно, очень помогло специалистам реставрации фотографии, которые делались во время демонтажных работ. В Драгичине надеются на продолжение финансирования реставрации усыпальницы со стороны государства. Для этого объект нужно включить в соответствующую 5-летнюю программу «Культура Беларуси», которая начнет действовать в следующем году. Планируют, что кроме усыпальницы, которую смогут посетить туристы, будет восстановлен и окружающий ее парк. Он тоже признан историко-культурной ценностью.